видел фильм? Восьмерка, которая восьмерка, да? Три. 15, да. Про перископ, что идет. Давай, Кирилл, давай! Колени, Кирилл, колени! Коленями не бьет. Отбил колено. Все, это кинь. Все, давай, давай, Кирюха, давай!
Артем, бить, давай, бить, бить, бить! Бить! Все, все, красавчик! Степан, сядьте рядышком, пожалуйста. А? Сядьте рядышком, я снимаю. Или вот к Андрею Анатольевичу. Он ему в бороду опять заехал. Японцы его использовали. Да, да. Да нет, но он ногу бил много, тоже тяжело, ущерб набрал. Видно нормально? Все равно два. Больше было ударов. А что, и становится? Он дерется с 70-ником. А? С 70-ником дерется, ты понимаешь. Он там держит, да, здесь, да. Потом он его держит. Просто ярит герой питерского Кирпишенкова. Тренер, заслуженный тренер. Так.
Сюда мудной какой-то божий. Что будем делать с камерами? Ну, допустим, они не поймают, что я веду группу. Которую нельзя вести во время, которую нельзя вести. Чем не гоняться, да? Я же не буду их убивать. Жень, я же не буду их убивать. Япон молодец. И он его бил, ты понимаешь? Очень неудобный чувачок. Уезжает слишком близко, не стоит, в нос дышит. Thank you.
хороший молодой еще поделец. Кияма 3-4 года, да, чемпионом стал? 4, да? Со мной еще цикл можно. Скорее всего, попал По результатам трех раундов победитель определен не был. Проводится взвешивание. Участник с наименьшим весом с разницей в 10 килограммов является победителем. で、10キロ以上の差があった場合、体重の軽い方が勝者となります。前回41.0キログラム。前回72番イリア・カルペンコ選手、90.80キログラム。Внимание, предыдущий номер 49.
Номер 90. Простите, номер 72. 90キログラム。10キロ以上の差がありませんので、この試合は先ほど行われました試し割りの枚数の多い方が勝者となります。プライセンス10キログラム、プレディレイトはポーラスビーティングドースカム。ゼッケン49番、上が2キロ選手、22番、22番。ゼッケン72番、イリア・カルペンコ選手、21番。この試合は勝ち残りの枚数の多い、ゼッケン49番、上田美京選手が勝者となります。
戦終了しました。ベージュはどれ？どこじゃ？審判紹介します。